Привет. Рисую с детьми курицу и петуха сегодня. Начнем с петуха. Делаем петуху ноги. Со шпорами. Глаз. Бородка. Гребешок. Крыло. И теперь большой яркий хвост. Теперь рядом с ним нарисуем, сделаем землю, нарисуем курочку, которая сидит. Курица тоже есть. Крыло, глаз, маленькая бородка, маленький гребешок. Нарисуем тут траву, как будто бы она сидит на соломе. Все. Так, начнем. Красной бородки, клюва, гребешка у петуха, красную бородку, клюв, гребешок курочки. Сделаем петуху пару красных перьев в хвосте. Так. Теперь оранжевым сделаем голову. Ноги. Оранжевая будет у нас курица с коричневым крылом. Так, петуху тоже сделаем оранжевый. Два пера в хвосте. Берем коричневый, делаем коричневое крыло, курица коричневое крыло, кости. Туловище петуха будет желтым.
Ноги сделаем тоже коричневыми. Так, и в хвосте такие еще добавим перья цвета охры. Внизу здесь еще добавим травы. Траву сделаем зеленую. Конечно, это должно быть сено, но желтого и так достаточно. Представим, что курица сидит на траве. Это все.